Тем временем в Москве прошла пресс-конференция главы Якутии Егора Борисова. В начале встречи с журналистами руководитель региона рассказал о стратегии 2030. Он отметил, что подобные проекты и ранее реализовывались в Якутии и помогали развивать регион. Также Борисов рассказал о том, как сегодня обстоят дела в Якутии. В частности, несмотря на сложности, в регионе сохраняется темп роста экономики. После этого журналисты смогли задать свои вопросы. Наши коллеги интересовались реализацией проекта «Дальневосточный гектар», темой экологии, железнодорожного транспорта, образования и строительства моста. Этот такой серьезный проект, который, во-первых, серьезно заключается в том, что в условиях вешней мерзлоты такой объект нигде не был построен. Мы изучали опыт и Аляски, и скандинавских стран, но там нету, оказывается, вешней мерзлоты. Поэтому сегодня в расчетах строительство этого объекта очень интересно с точки зрения технической проблемы есть. А с точки зрения строительства объекта за счет кого, кто будет заказчиком, то однозначно это мы ставим вопрос, что заказчиком должно выступать федеральное правительство. Помимо журналистов, собравшихся в пресс-центре информационного агентства РИА Новости, свои вопросы смогли задать и наши якутские коллеги на площадке Сахамедиа посредством онлайн-трансляции.